Тутаев может стать Романом в Борисоглебском. Обращение о переименовании города поступило сегодня в Ярославскую областную думу. Инициатива подписана представителями властей района и города, общественными деятелями, в том числе епископом Рыбинским и Угличским Вениамином. По словам главы Тутаевского района Сергея Левашова, решение вернуть городу историческое название обусловлено многочисленными обращениями от жителей. Инициативу поддерживает больше половины тутаевцев. Подсчитаны уже и вероятные расходы. Все мероприятия, связанные со сменой имени города, обойдутся бюджетом разных уровней в 8 миллионов рублей. И все же власти предлагают не забывать историю и возрождать духовность в Романово-Борисоглебске. Это вот духовное событие, которое позволит нам дальше двигаться, к своим корням возвращаться и все-таки по-новому строить свою жизнь и взаимоотношения между людьми. Город трех святых Романа Угличского, Бориса и Глеба. Кстати, Борису и Глебу мы отмечаем в этом году тысячи лет со дня их смерти. Это первые наши святые русские. Последнее слово в таких вопросах за правительством Российской Федерации. Ну а сначала в соответствии с регламентом обращение рассмотрит профильный комитет Ярославской областной думы. И только в том случае, если большинство его членов инициативу поддержит, вопрос о переименовании города пойдет дальше. Председатель этого комитета Андрей Крутиков отметил, что смена названий населенных пунктов в губернии происходит регулярно, зачастую незаметно для остальных ярославцев. Главное в таком случае, чтобы с решением были согласны жители. Также парламентарий высказал и свое личное мнение. Я думаю, что исторические названия тоже давались не случайно. Романово-Борисоглебск – очень красивое наименование. Тутаев – я не могу сказать, что оно мне нравится. Почему? Потому что это не история этого города, будем так говорить. Это искусственное название. Возврат к нашим историческим истокам, я считаю, что это сегодня правильно. Почему? Потому что только не помнящий свою историю является дураком. А мы должны учить наших детей и сами помнить, знать,